Здорово, народ. Помните это место? Вот там внизу лежит лут. Если так просто спрыгнуть, то стопроцентная смерть. И прохода туда я не нашел. Зато я вспомнил, что у меня есть фонарь. Видите? Снова квантовый свет. Ядрёна мать. Так, сейчас одну фишечку настрою. И пойдем. Блин, ну даже с квантовым светом тут непросто. Сразу страшно, блядь. Сзади пропадает. Боюсь я выступить даже в играх. Страшно, блядь. Вдруг упадешь. Эма! Ай, блин, башкой ударился, зараза! Да как так-то? Вот мне вообще вот не по кайфу, когда перс ударяется башкой и не допрыгивает. Офигеть. Блин. Вот же блин, а. Заразы. Троллят, блин, опять. Собака страшная. А так просто не увидишь. Оттуда он не допрыгивает по причине. Может быть надо там сразу спрыгивать, хер пойми. Так он почему-то башкой задевает. Ладно, сейчас разберусь, продолжим. Ну, собственно, может быть, вот по краешку надо. О, вот так, да. Так рулит. А толку? А, во. Вижу. Так. И тут, наверное, уже можно спрыгнуть, да? Да. Отлично. Так, и что ж тут лежит? Твою мать. Всего лишь на все. Аксионы. Аксиомы. Ну это, в принципе, только начало, да? Надо тут протыкать. Нету? Ну это странно, что тут нету. Точно нету? Какой зашквар. Ай, прыжки. Я обожаю прыжки, бля. Я обожаю прыжки. Через пропасть. Я просто всегда мечтал через пропасть прыгать. Если что. Куда это вообще идет? Блин, неужели тут больше нет ничего? Тролли. Хотя он что-то вроде... Проход какой-то, что ли? Угу. Ладно, пойдем слева. Справа сюда же ведет, окей. Окей, хорошо. Так, протыкнем. Протыкнем, нету ничего. Так, тут что? Нету ничего.
Нету ничего. Тут у нас... Ох, летит твою колотит. Как я люблю вот это вот все, кто бы знал. Аж спать не могу, как хочу это делать. Ну почему ты такой дебил, а? Короче, я сейчас спрыгнул вот с той светящейся, то есть упал и в падении нажал удар и не умер. То есть вот с первой самой не допрыгнул опять вот до той хрени, в падении упал, нажал удар мощный и не умер. То есть можно и так. Потому что там, как при прыжке, башкой задеваешь, я 3 раза сдох, короче. Уже. Поэтому, когда вы спрыгиваете на первую синюю... как она называется? Площадку. Можете делать удар в падении и все. И норм. Здесь надо откуда-то прыгать так, чтобы... башкой опять не задеть. Так, а тут как прыгать? Ух, всё. Так, ладно. Чё-то лежит. О, мастерство исцеления. Круто. Правда, у меня 2 штуки есть, и как бы я их до сих пор не использовал. Так что не знаю, круто это или нет. Но все равно приятно. Ну, это все походу, да? Где я вообще? Стоп, что? Эта дверь оттуда только открывается. Ну да, она и выглядит как дверь. Отсюда она не открывалась. Ну все тогда, чё? Видео про этот секрет закончено. Пока.